Вот это было хорошо. Ребятки, сегодня у нас мотосвидание с прекрасной девчулей, которую мы сейчас увидим буквально за мгновение. Как сидеть? Ты сидишь, либо тебе пофиг, тебе удобно, но небезопасно для езды, либо сидим, типа, нормально всем, тебе хорошо, мне хорошо. Так выбирать тебе, как мы будем ехать. Мне кажется, я вылечу, если я... Да. Ай, Мигель! Ну, типа, руки будут болеть, предупреждают, это спортяга. Но потом, тебе надо сидеть в крест вот так вот руки. То есть ты в бак упираешься, вот так вот едешь, меня в ребра упираешь, ну, чувствуешь. Точнее, я чувствую, что ты со мной, что ты не улетела нигде. Ну, и ногами ж там обжимаешь этим. Ну, так все балансируешь. Когда я там оттормажусь, ты хоп, там двумя руками, чтобы там для удобства. Когда там едем, просто так чик. Бо когда ты завалишься и в шлеме, то тебе будет неудобно. Вот так вот голову закинешь и вообще. Ну давай телефон, ладно, будем пробовать сейчас с тобой. Какой потеряется, интересно, мой или твой? Блин. Боже, яке кончене. Интересно. Так. Шлем. Хороший шлем, плотный. Вот так вот берешься и одеваешь. Так, чтобы тебе удобно было. Нет, ты именно бери за вот эти вот лямки вот тут, чтобы... Ой, простите, чтобы ты себя не поранила. Именно вот так возьми, сама, чтобы же... И одевай, натягивай, как тебе удобно. Он плотненький. Давай. То есть, как всегда, весь в работе. Ты, главное, не волнуйся, все будет хорошо. Я буду безопасно. А там поправь себе, как тебе удобно. Волосы там уже поправь, там все чик. Все красиво. Опусти его чуть-чуть, вот так, о, чтобы тебе было комфортно. Сегодня операция проходит, шлем, всему голова. Так, вот это его еще подтянуть бы под тебя, но я думаю, и так сгодится. Он плотно сидит у тебя, не телепается? Ну там, если будет дуть, одела, у тебя по центру вот тут. Нормально, жарко, так, все, ну все. Сейчас дальше. Сейчас будем разбираться с посадкой. Ну, садись. Во. Так сидишь, ногами упираешься в ножки, меня обжимаешь, ну, просто из-за дорог там. А тут попробуй в крест там, читак. Чтобы вот так, да. И все, ты главное не вываливайся там, ну не смотри там, все нормально, все под контролем. Я там поворачиваю, ты просто синхронно со мной, выравниваться не надо, самое главное. И все. Не волнуйся, все хорошо. Ну ты не можешь просто начать. Потихонечку сейчас поедем. Ну, ребята, я не буду сейчас тут писать, как мы будем ехать. Эти моменты, опять же, приедем в город, и все будет добре. Начнем там съемку. Ну, ничего, бывает всякое. Звука нет, картинка есть. Озвучку можно сделать всегда, не беда. Я сейчас сделаю некую свою попытку, как это вижу я. А вы уже сами расцените, в принципе, подходит вам такая озвучка или нет. Как думаете? Обязательно напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете. Че там, как у тебя, все в порядке? Да. Ну так че, давай, может, выпьем кофейка для начала? Давай снимем тебе шлем. Во. Ой, как хорошо. Короче, сейчас я везу уже на нормальную дорогу. Наш нормальный путь, когда прокатимся. Я слышу, там задние тормоза походу нуждаются в замене.
Может, свои старые надо поставить. Что-то стерлись, то ли попало что-то там. Короче. Уже кто-то звонит, Димон, наверное. О, тихо. Алло. Доброго дня. Вам телефон із територіального центру комплектування. Чи перебуваєте ви на військовому обліку? Алло. До побачення. Начинаем подъезжать к дороге. Сейчас нужно как-то предупредить, что мы будем трошки наваливать. Сейчас начинается дорога, так что держись хорошо. Все нормально? Передышка нужна чи не? А? Нет, я не слышу. Нормально? Это еще не быстро. Это пока было там до 200. Да, я еще не опускался чуть-чуть ниже. Когда я буду опускаться на ускорение, и ты за мной тоже. Но главное, держись крепче. Окей? Давай сейчас в ту сторону и отдохнем там. Тебе что, страшно? Мне? Да что ты, черт побери, такое несешь? Чуть ноги дрожат. Тяжело, наверное, с непривычки. Да. Не, ну, нормально. Все good. All is good. На скорости. О боже. Не, ну хорошо. Отдохни чуть-чуть, чтобы это, еще проедемся. Ну, говорю, отдохни, пускай руки отдохнут. Ментально подготовишься. Чтоб... Нормально? Да. Точно? Да. Только крепче надо держаться, поэтому... Я не ожидала, что ты так резко. Да я же не резко, я так потихоньку. Жюнь. Смотрю, ты хоп, где-то назад чуть-чуть сместилась. Но...
правильно держишься, самое, думаю, главное, это хорошо. Тут же хорошая дорога, позволяет. Можно, трошки. Отдохни чуть-чуть, а еще раз дадим. Попробуйся, так хоть можно чудить. Все нормально? Mm-hmm. Все нормально, хорошо, держись, разомнись, чуть-чуть. Да. Не, ну мотоцикл это эмоции, что ты хотела? Давай я тебе сниму, да? Наверное, жарковато уже. Все, теперь аккуратненько сама, как тебе там удобно. Оп. Хорошо, да? Ой, да. Третий заезд. Пойдет.
вот это было хорошо. Спасибо. Верю, верю. Ой, бля. Не, ну оно, во-первых, Даша не привыкла к такой обстановке, к такому темпу, то что оно происходит. Вот это ветер, конечно, да. Я тоже еду, не могу понять. То так голова, потом шух-шух-шух-шух, это как змейка, и меня начала таскать. Думаю, я представляю, что там с тобой. Но прикольно, все равно. Поедем чуть по другому маршруту. Сначала по плохой дороге, а потом по нормальной. Красиво проедемся, чтобы оно разбавило, так сказать, этот путь наш. О, все ж тут уже плохая дорога, точно. Жалко, да и тут запашки, конечно, разные, да. Не очень. Канализация, бы так бы можно было поехать на бриз, на леви. Точнее, там хоть, ну, бидон классный, но, блин, воняет море, блин, цветет конкретно, блин. Это вообще жалко, жалко. Так бы можно было бы запечатлеть красивые кадры и показать девочке дорогу, местные достопримечательности. А так, смотрите на местные недороги города Светловодска. Вот что мы можем показать всему, блядь, миру, блядь. Сука. Делайте максимально репосты, чтобы показать, какие у нас дороги в городе. Ukraine Road. Блядь. Вон там зато грузовичок нормально поехал. Бля, вот это ж можно было сюда, наверное, повернуть, да? Можно было. Но мы уже поедем сюда, как говорится. Поедем сюда, повернем здесь, через церковь поедем, блядь. Что поделаешь? Я тут тоже не часто езжу, уже и забыл эти дороги, бля. Но это не лучше, особенно дальше, бля. Там вообще ужасно, бля. Это не лучший путь для поездок, блядь. Поэтому поедем сюда. Тоже может что-то поменялось, конечно, но кто знал. Может нет. Поедем нормально. По этим дорожкам посмотрим, что у нас здесь есть. Тут был когда-то лежачий полицейский. Мы уже его срезали, отлично. Зато есть горбики, ямки непредсказуемые, которых я раньше не видел. Ехаем, людишки реагируют, прикольно смотрят. Нам сейчас леворуч. Оп, американец Kia. Знаете, как отличить американца от европейца другого? Поворотники будут желтые, а здесь красненькие. Вот и все. Вот так вот просто отличаем эти вещи. И вот наш кусочек приятный, где мы ехать будем. Вырезали чуть-чуть, на камушек даже наехали. А мы вот тут поворачивали, заезжали. Сейчас объедем. Не тут, чуть-чуть дальше, конечно. А там, где машина повернула. А там мы и заезжали. Тут классно. Сейчас я вам, короче, покажу, где нормальные дороги. Где хреновые, там снимать не буду. Тут как раз, наверное, через весь город и придется проехать. В принципе, длину.
только по центральной нормальной дороге есть. И вот это исключение здесь, конечно. Да. Кто лучше знает правила? У нас мотобрат встретился с коляской. В каске такие прикольные. Прикольно. Тоже у нас пешеходы, как всегда, ну, не знают правил. Ну, елки-палки, этот Светловодск какой-то исключительный по пешеходам. Правила пешехода есть тоже. Остановился, посмотрел налево-направо, нема автомобиля, блин, иди. Не, они идут себе, блядь, как вообще, блядь, по конституции ходят, блядь, елки-палки, это вообще. Скорую вызывай. Кому скорую? Просто. Що він нас пропустить? Чи нам прийдеться десь об'їжджати справа? Газує. Не хоче пропускати, просто газує. Підтримуємо цю гонку. Так, а тут, кстати, вроде запашка нету. Значит, можно где-то здесь занырнуть. Да? Сейчас тут и повернем. И заедем в места местные. Сам такий. Чо ти гавкаєш? А ну, не воняє? Ми всі говно! Ми всі говно! Все нормально? А, бачиш, я живу на возвышенності, тут більш-менш нормально. Хорошо. Значить, тут що-небудь давай допоможу. Ух ти. Отак. Ризи. Добре. Ти чув? Чув мене, да? Ой, бля. Бля. А я казав. Не кусай то казано. Ребятки, хорошо так покатались, посидели, там кофейка попили, там вообще. А вот сейчас самый кайф ехать. Вообще, лучше всего. Огонь, что тут происходит? А, правильно. Тут опасный участок, может быть, что хочешь, где хочешь, я хочешь. Брат. А ну что тут будет происходить, все нормально? Нормально. Оп, людей пропускают, все, все красиво. Все. Go home, my friend. Поехали до дома. Поехали.
Go home! Какой вид дом! Вообще красота! Осторожно, все хорошо. О боже. Да. Держу. Класс, прикольно. С тобой классно, удобно. Только трошки бывает, что что-то поправляется. Десь... Это ж надо, вот это, когда ты упор делаешь ногами, тоже и ногами, вот это ж обхватываешься об меня. Ну, правда, дороги у нас такие. Ну, а так вообще норм. Мне понравилось. Я тебя совсем не знаю, а сейчас понял, что готов узнать. И как же ты это понял? Писька встала. Хорошо сидишь. Добро. Ну, то я буду десь тут, в любом случае, там. Все пересечемся, Деся. Можно телефончик, пожалуйста? А, что ж ты ничего не кажешь? А, тебе мой номер? Дядя Петя, ты дурак? Давай. О, кто-то едет. Тоже, небось, на каком-то спортике. Надо будет догнать его сейчас в обраточку. Да? Камера улетела, блядь. Ёбаный в рот. Это пизда. А я думаю, проедусь на обратную сторону, блядь, с тобой проехался, чувствую, камера пропала, прикинь, на плече, блядь, зависла, блядь, ёлки-палки, блядь, слетела. Нихера себе, думаю. Ну, так обычно, то ж надо не на эту, а на шурупы бахать, блядь, чтоб не отлетало. О, всё, хорошо, ты же, да? Ты, блядь, просто. Ой, блядь.